есть одна новость. Птичка мне на ухо нашептала. После выезда из БГТ машина чудесным образом дорожает своей стоимости. Ну-ка, Сень, поддай газу! Палатка топ. Проверено в БГТ Воркшоп. Как иногда прекрасно воссоединиться с природой, насладиться свежим воздухом, последними теплыми деньками и просто провести время с кайфом. Стоп! Снято! Вы, наверное, думали, что я там буду сидеть? Нет. Позади меня находится наш самый большой проект 2021 года. Один из, и это Ford Raptor. И сейчас, мне кажется, не хватает моего напарника. Сеня! Хватит прохлаждаться, вылезай давай. Одну секунду. Если ваша работа не похожа на мою, увольняйтесь. Всем привет! С вами канал BGT Workshop. Это Арсений, Ангелина и огромнейший Ford Raptor. Но, это необычный Ford Raptor. После выезда из БГТ машина чудесным образом дорожает своей стоимости. И этот Ford не исключение. Сеня, есть догадки почему? Да, есть одна новость. Птичка мне на ухо нашептала. Этот Ford Raptor был жирно дооснащен, поэтому подсаживайтесь ближе к экранам. Сейчас будет что-то на богатом. Отлично, поехали. Мы, конечно, навели здесь красоту, а именно сделали бронепленку на переднюю оптику и на заднюю, а также красивенький камуфляжный принт на логотип. Но это еще не все. У нас здесь чипированный мотор. Ну-ка, Сень, поддай газу! Сень, зацени, я тут недавно окрашивание сделала. Это ты зацени. Антивандальное окрашивание такого не делают в обычных салонах. Ой, Сеня, ты что там делаешь? Лебедка. Перемещаемся к задней части автомобиля, и, как видите, появились дополнительные армированные дуги с защитной сеткой для того, чтобы владелец мог спокойно перевозить крупногабаритный груз. И это еще не все. Посмотрите, как я сейчас спускаюсь и почему я иду. Это специальные полозья, которые мы установили по бокам в борт. По ним что-то может спокойно заехать квадроцикл, и уже вместе с ним вы отправитесь в путешествие. Итак, перемещаемся в салон. Просто сравните оригинальный салон Raptor и салон by BGT Workshop. Разница не просто есть, она колоссальная. Начинаем с основы всех основ. Это шумоизоляция. Она как нежные воздушные два тоста, укрывающие начинку бутерброда. Вкусно? Тейсти. Это было хорошо. Сеня, расскажи нам про музыку. В этот Raptor была установлена невероятно просто мощная аудиосистема. Были выполнены макетные работы на стойках, туда мы установили дополнительные колонки, чтобы была выставлена сцена отличнейшего просто звучания. Мы уже успели заценить этот классный звук и также заценили наши соседи по полосе и почувствовали вибрацию в своем автомобиле. Эти басы. Ангелин, пришла очень прикольная идея. Давай представим, что мы с тобой два рэпера, едем в американской рэперской тачке. Мы же в салоне много чего сделали. И давай в стиле рэпа расскажем, что сделали. Окей, 50 Cent. Давай, а я Тупак. Поехали. Давай попробуем. Сейчас, музычку навалим. Отлично. Карбоновый руль, карбоновый элемент руля, карбоновые лепестки, карбон во всех деталях салона. Руль, подогрев и перетяжка, торпеды, Android мультимедиа, видеорегистратор. Вышивка, потолок и стойки с козырьками, ручки передних сидений. Ремни безопасности с инициалами владельца. А еще мы здесь сделали выхлоп горла, и он просто офигительно звучит. Работа работой, но так хочется тепла. Ангелин, даже не представляешь, какой вообще сон сейчас приснился, это капец.
Ну, конечно, ты же спишь на кресле с включенным массажным эффектом. Тут и не такое приснится. Нереально, сиденье зачетное, вообще кайфовое. Сюда мы установили два инвертора на 1,5 киловатт, благодаря которым здесь есть теперь две розетки на 220 вольт. Очень удобно. О, палатка топ. Проверена в БГТ-воркшоп.